хотел бы приветствовать Глеба Борисовича и Анастасию Игоревну, наши заграничные заморские гости, с прибытием их в Австралию, с таким высоким назначением, также матушку Мацушиму из Японии, наших новозеландских друзей, досточтимые все блаженные игумени, все австралийские и южнополушарские, а разные другие важные личности к этому важнейшему событию. Изучение знаменного пения. А я скажу маленькое слово на двух языках, постараюсь коротко сказать. Ваше впечатление нам будет очень интересно, потому что мы охватываем две темы этим съездом. Рабочий семинар самих напевов знаменных и их история. От этого мы неизбежно идем к дальнейшей традиции о том, что знаменное пение не является исключительно специфическое русское дело, а продолжение древнейшей традиции, которая уходит в очень далекие корни цивилизации. Эта цивилизация продолжает жить, быть и себя выражать. И сейчас, находясь на новой земле, на новых континентах, где эта культура, эта вера и эти традиции не имели свое место быть, перед нами стоит та особая задача, как их осмыслить, реализовывать и оформлять в наших новых условиях. Как сохранить традицию, но как ее достаточно глубинно понять, чтобы она продолжала жить и заново в схеме своей традиции себя выражала и возогревала сердца верующих. Так что и изучение самих напевов, и ознакомление с историческим процессом этих традиций. Вот наши задачи. Этот монастырь и все наши активные мыслящие церковные деятели переживают вопрос воспитания последующих поколений в здоровой церковной традиции. И потому эти вопросы для нас и важны, и должны быть всегда живыми. И ваша впечатление от природы, от стихии австралийской, от жизни в эмиграции, об уровнях духовной и церковной жизни, нам будет все это очень интересно и назидательно. Так что мы и от вас просим, не только когда вы очухаетесь от полета, нам будет и важно, и интересно ваше ощущение от знаменной традиции вот в этой атмосфере, потому что она должна быть традиция живая. И она не только церковная, духовная, она и культурная, она и тесно связана с стихией, с природой. Это наши задачи. I'd like to welcome you all here for this seminar on chant. We would like the seminar to have a dual direction, a workshop where we learn and study the actual chant and familiarize ourselves with its history in the Russian perspective on the one hand, and on the other hand the broader historical and cultural perspective, the principle of chant as it goes way back into probably Semitic times and through those Mesopotamian, Judaic civilizations, passes into probably the Western world, being an Eastern tradition, influences and structures Christian expression, moves across to Byzantium, educates musically religious Byzantine expression, where it probably reorientalizes
and then moves into the Balkans and into the Slavic nations. A lengthy and fascinating process. So, as well, and now is on its way to Japan. It's a big challenge. It's a challenge that's very important because finding ourselves as Orthodox Christians in a new land, tradition must remain for us, firstly, a vital thing because it is the stable expression of our genuine faith, the way that we express our faith, and secondly, to be truly expressive, it must be alive. It must not only be full of the Spirit, it must also realistically embrace the cultural and probably social awarenesses of the day. And as Orthodox Christians born here or recently arrived, we have the challenge in this virgin land and in this unusual environment and this new culture to re-express ourselves within the structure of a tradition vitally, genuinely, and in a contemporary way that does not betray the core of that tradition. This is important for us today because we need to pray successfully. But it's even more important for our children who are going to be more assimilated and more attuned than we are. And so if we want a genuine spiritual future for our children, we have got to address not only this question in the practical narrow sense, but in the broad cultural, in the broader cultural sense, because it's our direct responsibility as conscientious Christians to shape a genuinely Orthodox future. Our heritage, our life, our community, our society, and our ultimate statement, our responsibility to convey to the world the beauty and the fullness of Christ's teaching in all of the magnificence of its historical context. So our seminar will cover historical and practical things in the Russian context, and on the last day, in the broader context, the multicultural and broader understanding of chant and its challenges. I hope all of these things will be not only interesting but will stimulate discussion and interaction. Please, if you will have any problems of any sort with language or anything is not clear for you at any point, feel free to ask and to interact as ever you wish. Yeah. Sorry, for the English speakers, we structured our lectures in the same way as it was 1 year ago. You have on one page the Russian version of the slide and the English version of the slide. We'll put up only the Russian version of the slide so you can visibly orient yourself. However, in the English version of the slide, even if you don't understand what Lev is saying, there is the points, the most important points for what he's going to say. So don't worry if he says too much and you hear and you have only 4 or 5 points, you have everything there. If after each slide, when we are about to change the slides, we will ask you a question, are there any questions, and you're welcome to stop us, and especially for English speakers to ask and to clarify anything that you're not sure of. Okay, so